Доброго всем времени суток. Вы на канале Мигранточка. С вами я, Василиса. Сегодня мы с вами готовим божественный стейк. Раскалили с вами чугунную сковородку, что от нее даже идет пар. И теперь начинаем жарить мяско, то, которое только что купили. Кладем его. Ох, вкуснота, какая! Ох, как на чугунной сковороде мяско жарится очень хорошо и вкусно. А так как, наверное, мяско жарится, и будет у нас с вами вкусное мяско. Ой, как. Так. Для того, чтобы перевернуть мяско, мы сейчас его отставим немножечко, на минуточку, с огня, а потом перевернем. Потому что иначе оно прилипнет к сковороде, и у нас ничего не получится с вами. Видите, когда шипение немножко успокоилось, мы с вами спокойно это можем переворачивать. Вот так мы с вами это переворачиваем. Так вот. Вот это и другая говядина, правда, разные части. Поэтому мы с вами сжарим на одной сковородочке. Оп! Вот ты красавцы какие! Видите, немножко ужарилась, уже хорошо входит в эту сковороду. Кто не смотрел мое видео про чугунную сковороду и про как ее подготовить, как мы выбираем и готовим ее, посмотрите, я ссылочки оставлю в описании. Теперь можно немножечко специй посыпать на эту сторону. Там включаются и соль, и все специи. Помните, мне нравится стейк, когда жарил синюю, я тоже ей пользовалась. Жарим, продолжаем вторую сторону обжаривать. Мясо продолжает шипеть. Сейчас уже будем с ним его переворачивать. А пока жарится мяско, мы готовим с вами салатик. То есть вот этот готовый микс, который я только что вам показала, да, вот такой микс. Мы сразу насыпаем и заправляем соусом. Быстро и просто. Иногда я еще добавляю зелень. Вот такой вот салатик. Без всяких заморочек. Видите, свеженький. Ну что, пора переворачивать наше мясо. Подгорело, ну, а никто скажет, поджарилось. А кому что? Опа-па-па-па. Вот я увлекаюсь салатом, немножко упустила мясо. Ну ничего, ничего. В этом тоже есть свой шарм. Мясо поджарилось. Здесь комментарии, какое вы любите мясо. Более зажаристое, с кровью, без крови, менее зажаристое. И, соответственно, мы теперь с вами еще здесь немножечко посыпем специй. И, в общем-то, скоро будем выключать. Мясо уже практически готово. Да, кстати, мяско у нас с вами снимается на телефон Samsung Galaxy S10 Plus, который мы недавно с вами, как вы помните, поменяли. Вот, кто не видел, смотрите видео про телефон. Отделив зелень от веточек, нарезаем кинзу и добавляем ее в салатик. Это будет у нас вкусненько. Салатик. Добавляем сюда зеленушечку. Заметили, у нас два салатика. Один с помидорами, другой нет. То есть это кто как любит. Поэтому две разные баклушечки. Добавляем в наш салат немножечко тыквенных семечек. Это как бы и по сезону, и полезненько. И теперь у нас с вами майонезный такой вот заправочка. У нас называется Ranch with Bacon. Можно просто майонез. Мы разные используем, но сегодня у нас будет этот майонезик. Ну вот наш салатик с вами готов. И еще немножко карри, приправы карри. Я очень люблю, она такая ароматная. Будет очень хорошо в салате смотреться и в мясе, и в салате, и во всем. Ну вот наш обед-ужин, наверное, все-таки это обед на скорую руку готов. Все быстро и просто. У нас с вами мяско, салатик и опять мяско. Видите,
Вот так вот мы будем сейчас кушать быстренько. И вам тоже приятного аппетита. До встречи в новых видео. Пока-пока.